Мировая премьера на Староскольской сцене. Оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии исполнил в Комсомольце сюиту «Алхимик». Философское музыкальное эссе по одноименному роману Пауло Коэльо написано специально для Белгородского оркестра. Это музыкальное произведение в Старомосколе услышали на день раньше, чем в Белгороде, в рамках концерта «Сказки для детей и взрослых». Кроме того, со сцены звучали известные произведения в оригинальной инструментовке. Концерты Белгородской филармонии всегда собирают в Старомосколе полный зал. Наша публика не избалована живой классической музыкой и не упускает возможности ее послушать. В этот раз программа была интересна не только взрослым, но и детям. Специфика Старого Оскола в том, что на вечерние концерты приходит много детей. И, конечно же, нам хотелось, чтобы дети получили свою долю удовольствия и радости от встречи с русским народным оркестром. Открыла концерт сюита Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Цикл произведений состоит из 10 разнохарактерных пьес. Сочинения Мусоргского изучают в музыкальных школах, поэтому среди слушателей было немало начинающих музыкантов. 11-летний Максим Еленко учится играть на гитаре. «Картинки с выставки» совсем недавно слушал на уроке сольфеджио, но в исполнении оркестра русских народных инструментов сюита понравилась гораздо больше. Живая музыка, в ней есть душа, она сделана от души. Из 19 века в 21 Староскольцев перенесла премьера, написанная белгородским композитором Артемом Нижником по роману Пауло Коэльо «Алхимик». Буквально на днях партитура вышла из-под пера автора и впервые представлена оркестром именно на Староскольской сцене. Это уже третье произведение, которое он создал для нашего оркестра. Это была сказка «12 месяцев» по мотивам знаменитой сказки. Это было произведение «Мактуб» для баяна с оркестром. А сегодня прозвучит произведение «Алхимик», которое возникло как отклик на произведение Пауло Коэльо «Алхимик». Это философская притча. И, конечно, это больше для взрослых. Слушателям, знакомым с творчеством Коэльо, не стоит искать в музыке прямых аналогий с литературным первоисточником, говорят музыканты. В 4 базовых образах композитор привлекает внимание с помощью уникальной философии музыки. Очень нравится, очень позитивно все, любим ходить, ребенок в восторге, очень все понравилось. К слову, слушателям Белгорода представили мировую премьеру днем позже Староскольцев.